привет подписчикам, это мой новый блог. Сегодня 19 число, ну, это крещение, и сегодня буду купаться. Давай. Один, два. А у меня вот. А, да ты вот, блядь, да я тебя ёбну, блядь. Это на улице, сейчас это 2 градуса. И мы, ну, сейчас это будем отправляться купаться. А это мы уже вот в пути. Это хавну, где мы это вот обычно, ну, купаемся еще, блядь. И это сегодня будет очень, блядь, шикарно, блядь, а то сегодня 19-е крещение, и надо будет пару раз скупнуться. Нет, это мало звонит. Алло, да. Ну, в каяке еду. Ну, это на крещение. Да. Сегодня плавать будем. Ага. А ты, ну что, сегодня приезжать будешь или нет? А, ясно. Нет. Ладно, давай. Обычно-то вот у нас, ну, зимой лёд, ну, это замерзает, и там это надо рухать его, блядь. И чё, потом, ну, потом, ну, скупнуться. А вот это в этом году у нас зима, ну, спокойная, ну, и не плавать, и ничего. Ну и так это решил в этом году скупнуться. Ну, правда... Как говорится, пробуй свои силы, да? Правда-то, например, это вот это ни разу, а то вот очко еди или еще что-то. Ну, перебороть страх и скупнуться. И потом, когда вот у тебя, ну, получится заранее, я уже на море есть, и тебе уже, ну, будет это, ну, похуй, ну, ты уже закаленный, блядь, будешь. И так... вообще шикардос. Ну и так это, например, ну я, ну, привыкну сейчас, это мне будет это уже похуй. Могу я так купаться уже в холодной воде, даже в ванной, блядь. Ну, блядь, повсюду, блядь, аж, о, блядь, это закаленный. Ну и захочу там море, ну, блядь, ну, это я могу даже вот это не что. Могу и зимой, и весной, блядь, и вообще, ну, шикардос, блядь, будет, типа. А вот это, ну, сейчас это мы, ну, переносимся, это на речку Нестор. Ну, вот мы и тут. Ты почувствуй холодную воду и сразу испугаешься, а там ты, оп, и все. Сука, тут меня сон не ебал, блядь, нахуй. Ох, блядь, сука. Да иди там, разденься, блядь. Да, давайте одеяло подержу, давай. О, ну давай, ну одеяло, да. Давай, ты дружуйся, блядь. Ах, ебать, это на улице холодно, это первый раз на крещение. Да не очкуешь, чтобы бить. Нет, нет, бейте, солнце, нет, нет, не будет холодно. Сука, холод. У тебя трусы и шорты, ты же гонишь под мыхами бурьянки. Ты чехол переодел? О, бля. Нормально, да? Спускайся на землю, слышишь, аж туда. На дно, да, вставай на дно и ныряй. Глубоко же, вот. Что, все? Там вставали, там... Я там купался, только что заебал, там не глубоко. Сука, холодно. Да ты вот еще хуже сидеть делаешь. Отца Ивана позвать перед тем? Давай раз, два и все. Да, да, перекрестись сначала. Перекрестись.
Сука! Ты носки теплые, да? Да ноги грею, а не себя. Покрывай, идем отсюда. Мне интересно, было, конечно. Мы как бы ждали, что купаться будет. Ты потом посидеть пошел. Может, они сейчас люди. Девочки будут смеяться. Ты сейчас сердце не выжился. Полохатый, давай. Ты не думай про ты, раздаренный. Да. Понял? Да прыгни уже, блядь, что ты играешь. Бомбочка тебе. Давай бомбы. Да на весь день, там не глубоко. Там по шею тебе не будет. Да не будет, если не будет. По груди у тебя воды сейчас. Залазь, чтобы резко, залазь, быстрее, быстрее, еще, давай. Опа, и ныряй полностью, гуль три раза, крестись и три раза, давай. Да. Да что ж ты на финише, блядь, вылазишь? О, бери, блядь, все мое, блядь. Ну, ты нагрелся, давай ты приготовь тело. А только-то не с головой это я. Нет, его... можно с головой сфера. Вот так вот. А, бля, вот да смотри, смотри, смотри на мужика, смотри, нет, смотри, вон, смотри. Смотри на мужика, оп, и когда выходишь. А правильно, а вот они не с головой вот эти, и так и я не это с женщины, ты, у тебя голова лысая, у тебя ничего не будет у волос. Дай шлепки, сука ты, блядь! Да не возьми льдом покрыли! Лайк! Кивай, на три! Вода, блядь! Это, ну первый раз это я это чуть-чуть залез, но было, блядь, очково. А потом, ну, блядь, ну, короче, абсолютно все, ну, четко и всем советую. Сука, холодно. Ебать, блядь, ощущение шикарное, блядь. Всем, ну, кто не пробовал на крещение, ну, купаться-то, я советую всем. Всем спасибо, кто, ну, посмотрел этот видос. И нажимайте на колокольчик, это, ну, подписывайтесь это на канал и обязательно лайки. И в комментарии пишите, что вы думаете. А я иду греться. Давай.